хотелось из Москвы ко мне. Почему? Там, походу, все связано. Это они через завалили, чтобы показать, что они сильнее и не боятся нас вообще. Они реально думали, что нас можно запугать. Ну, они думают, что ты сейчас шаг стоишь, и с тобой будет легко. Типа будешь от них в городе мутовать ко мне. Короче, что делать? Будем ждать гостей. И разговаривать с ними очень вежливо. А чем ни слова. Да как так? Что, прощаем их вообще, что ли? Нас так. Тоже будут полы. Объявляю благодарность за эти мои снаряды. Все посвященные расследования. Забываем о полученной информации до особого распоряжения. Надеюсь, понимаете, что? Нет, не понимаю. Значит, если он сидел, он неприкосновенный, да, папа? Еще раз услышит папа, пойдет стажироваться, и найдет в комнату полиции, ясно? Даша, успокойся.